Now, we have Jonah in the ocean. Итак, Иона в океане, в море. The ship is sailing away. Корабль отходит. And Jonah probably assumes that he's about to die. И, наверное, Ионе думается, что он вот-вот умрет, погибнет. So maybe he treads water as long as he can, and then he starts to sink. А может быть, еще какое-то время он пытается плыть, но потом силы покидают его, и он начинает тонуть, он идет ко дну. Before we think too much about what happens while he's in the ocean, let's consider how this is often explained in today's world. Прежде чем мы с вами рассмотрим, что произошло в океане, давайте послушаем, как это часто объясняется в современном мире. There have been several explanations offered. Существует несколько возможных объяснений. One says that Jonah rode in the carcass of a dead whale. Например, кто-то предлагает такой вариант. Иона укрылся в каркасе мертвого кита. That the dead whale was floating on the surface and Jonah simply rode on it. Даже получается так, то есть остов этого кита, скелет этого кита плавал по поверхности воды, а Иона просто зацепился за кости и таким образом... Another skeptic has said that Jonah was actually picked up by a ship that had a whale as a masthead. Еще один скептик говорил, что, скорее всего, Иону подобрал корабль с резной фигурой кита, помещенной над водорезом корабля. One commentator suggested that Jonah dreamed the whole thing up. Еще предлагается такой вариант, что Ионе вообще все приснилось. And another was so bold as to say that he just made it up. Вот. А есть еще и такой вариант, что, скорее всего, Иона это все просто придумал. But we understand this is history. Но мы с вами понимаем, что это история. It's recorded as history. Она записана как историческое повествование. Bible says it happened. И согласно Священному Писанию, это все реальные события. And the Bible says in the New Testament, в Новом Завете в Библии говорится, that what happened to Jonah was as real and historical as what happened to Jesus, who died and rose again. А что то, что произошло с Ионой, было настолько же реальным и историчным, как то, что произошло с Иисусом Христом, когда он был умерщвлен, погребен и воскрес. Now, was Jonah swallowed by a whale or a fish or some sea monster? Какая рыба проглотила Иону? Это тоже как бы вопрос. Это был кит, это была просто большая рыба какая-то или морское чудовище? The Hebrew word is dog. Еврейское слово «даг» используется для обозначения этого морского обитателя. It is an indefinite term. Это достаточно неопределенный термин. And can refer to a fish or a whale or a sea monster. И этим термином мог обозначаться как кит, так и любая большая рыба или морское чудовище. My own opinion is it was probably a whale of some sort. Мне кажется, все-таки, что это был некий кит. And Jonah was in the belly of the whale. И Иона провел в его чреве. Bible says 3 days and 3 nights. 3 дня и 3 ночи, согласно повествованию. 3 days and 3 nights could be a full 24-hour period of time, and then a part of 2 other days and nights. 3 дня и 3 ночи могут предполагать 24 часа и плюс еще какую-то часть времени. Just as Jesus died on a Friday and raised on a Sunday. Иисус Христос умер в пятницу, воскрес в воскресенье. Один полный день и некоторые части двух других дней, да. And then just one more point on this. И еще одна мысль по этому поводу. Some have said that if Jonah was going to be a picture of Christ, кто-то сказал, что если Иона в этом случае символ Иисуса Христа, then he must have actually died either in the water or in the belly of the whale. То есть прообраз, да? And come back to life as Jesus. То в этом случае он должен был бы физически умереть, будучи погребенным на дне моря, и потом опять воскреснуть. But однако, Jonah is not a picture of Christ. Иона не прообраз Иисуса Христа. Jonah is a picture of Israel. Иона это образ народа израильского. Israel was alive, but spiritually insensitive. Израиль был жив, но духовную чувствительность утратил. And so I believe that Jonah was alive during this entire experience. Исходя из этого, мне кажется, что на протяжении всего своего пребывания в чреве кита Иона был жив. And he was alive during the 3 days and 3 nights when he was in the belly of the whale. Okay, the swallowing of Jonah was a deliverance. Итак,
для Ионы то обстоятельство, что его проглотила большая рыба, было избавлением. It is probably a mercy that we don't get a description of what it was like in the belly of the whale. Наверное, Бог смилостивился над нами и не допустил включить в эту книгу описание того, что пережил Иона, когда был, или каково это было быть в чреве рыбы. We can only imagine it must have been really disgusting. То есть вот во всех деталях и подробностях мы, наверное, с вами только можем представить, насколько отвратительно быть в чреве рыбы. Anyway, let's not even think about it. Давайте мы даже не будем пытаться это воображать, хорошо? But while he's in the belly of the whale, he prays. Ну вот пока он находится внутри рыбы, он молится. This is the first time Jonah prays in the whole book. Впервые за все время он молится. And you might expect this would be kind of a somber, sad prayer, but it's not. И, наверное, кажется, что у него будет печальная молитва, но... There's a lot of thanksgiving here. Но все не так. Он воздает Богу благодарение. And he prayed... And describes the experience of sinking down to the depths of the ocean. Он молится и описывает опыт, что значит опускаться на дно моря. He had a near-death experience. Он практически умер. Он стоял лицом к лицу со смертью. And there's a description of the weeds wrapping around his head, the seaweed wrapping around his head. Здесь нам дается описание того, как водоросли его постепенно охватывали. Он запутался. What verse is that? That's verse 3. Вот с третьего стиха. «Вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили на дно, и я сказал», ну и так далее. «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травой обвита была голова». Моя и прочее. So what God allowed him to do was to almost die. Итак, Бог практически допустил его не умереть. He didn't just rescue Jonah near the surface of the sea. Он не спас Иону, не избавил Иону от смерти где-то ближе к поверхности моря. He sank for a long time. То есть Иона тонул и тонул определенное время. Before the whale swept by and swallowed. Вот эта большая рыба. Проглотила его. And the minute he swallowed, he knows he is saved. И как только он оказывается в чреве рыбы, он понимает, что он спасен. And he gives praise to God, his life is spared. Он благодарит за это Богу, он понимает, что теперь его жизнь вне опасности. He will again worship God in the temple. И он знает, что он опять будет поклоняться Богу в храме. Even though the temple Jonah would be thinking of would be the temple of Bethel in the northern kingdom of Israel. И опять-таки, наверное, в голове он держит жертвенник Вифиле в северном царстве в Израиле. And he says that he will now fulfill the vow he has made. Verse 9. В 9 стихе. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. It's 10 with us. «А я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню», говорится в 10 стихе. Okay. Now, before we move farther into the book of Jonah, are there any questions or any thoughts that you would like to share at this point? Прежде чем мы с вами разберем оставшиеся главы книги Ионы, есть ли у вас какие-то вопросы или комментарии по поводу услышанного и рассмотренного? Вот 8 стих. «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила о Господе, и молитва моя дошла до Тебя». В какой это период произошло? When did it happen? When, are we in the verse 8. Is it the same one? Those who guard vain idols forsake their faithfulness? No. When my soul... Something, I think it's a previous one, might be a previous one. While I was, finding a way, I remembered the Lord, and it came to the... I think that he is remembering what he was praying as he was sinking.
Мне кажется, это произошло в то время, когда он постепенно тонул. То есть еще не был он в ките, а когда тонул. He wasn't in the fish yet. No, no. Нет. Отсюда можно сделать вывод, что он до последнего момента надеялся лишь на себя, когда не смогла, то есть на свои силы, на свои эти. That means up to the last moment he counted on himself, not on God. Up to the very last moment, yes. До самого последнего момента. До самого последнего момента он надеялся лишь на себя. Exactly what Sasha was saying earlier. Or maybe it was you, Andre. It was until he was almost dead, he was not going to turn. Это то, что отмечал и Саша, или вы, Андрей, еще. То есть он покаялся только когда практически утонул. Умер, да. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 38 стих, по-моему. Matthew 12:38. У Иисуса Христа спрашивают, какое знамение ты нам дашь, учитель? Он говорит, не будет вам никакого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Вот что это за такое знамение пророка Ионы? Куда его можно отнести? Как его можно расценивать? And 39. Mm-hmm. When he talks about the sign of Jonah, the prophet, what sign does he talk about? The sign of Jonah was that he was buried in the whale for 3 days and 3 nights, and then was unburied. Это то знамение, когда Иона провел в чреве рыбы 3 дня и 3 ночи, а потом рыба извергла его. And Jesus was in the belly of the earth for 3 days and 3 nights, and will be unburied. А Иисус был в сердце земли 3 дня и 3 ночи. But I don't think we're required to believe that Jonah was therefore literally dead. He was just literally buried in the belly of the whale. Но мне кажется, не стоит буквально воспринимать, что в это время Иона был буквально мертв. Он просто был в чреве заключен 3 дня и 3 ночи. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.